Я считаю, что если другие кандидаты открывают свои штабы в одном месте, я исхожу из того, что хорошего человека должно быть много. Во всех местах. Полностью в столице. И поэтому сегодня мы даем старт нашему замечательному проекту. Сегодня в движение пустятся наши мобильные приемные. Автобусы, газели, машины, в которых поедут наши активисты, мои доверенные лица. Те люди, с которыми мы пойдем вперед, чтобы победить. Эта победа не будет никогда принадлежать исключительно мне. Она принадлежит всем вам. Каждому члену партии, каждому представителю ЛДПР,